Привет. Поехали дальше. Так, значит, нам надо очистить вот эти две подсобки. Отдать вот этому кренделю. Тебе вот это было нужно? Нет, ты же знаешь, что это он искал меня, а теперь нашел. С ним я могу пересекать измерения? Нет, но я смогу. Если тебе понадобятся руны, я буду рядом. Окей. Теперь он стал... Ну, точнее говоря, он уже раньше стал. Но это я уже знаю. Вот. Вот хорошо бы сейчас бы мне бы, чтобы он бы сделал мне подходящую руну. Блин. Это всегда волнующий момент. Руна огня. Не то. Безупречная руна магии. Блин, опять не то. Зараза. Зараза. Зараза, надо удачу качать. Я не буду скрывать две оставшиеся пока что. Ладно. Сейчас как-нибудь апгрейдим. Так, секундочку. Предубеждение. Вот упорство можно засунуть безупречную, что ли? Ну, пусть будет, ладно. Хотя... нет. Чем я вообще пользуюсь? Ох, ладно. Давай вот грифона. Безупречную руну огня. Пусть будет магия. Ну, высшую руну огня. И в калоши. Ну, пусть сила будет. В общем, рун пока хороших нет. И не факт, что будут. Да, вот он исчез отсюда. Теперь его можно вызывать на любой наковальне. Ладно, бог с ним. Хиленький у меня мечик, конечно. Три уже маловато. Ну ладно. Надо здесь почистить сначала все. По-моему, здесь. Да. После того, как выходишь из игры и заходишь обратно, магия меняет. Становится не там, где ты ее, на чем ты ее остановил. Как-то по умолчанию просто. Так, нас сюда не пустят, кстати. Нет. What the fuck? Какого решил забыть? Полил. Говнюк. Ты прыгнет еще, блин. Не хрен с тобой танцевать. Печатная малая руна. Так, все, тут вышли, да. Эй, кто за дверью?
Выходи в сортир по одному. Так. Это что? Руна. Никто забил. Прыжки в лордах достаточно хорошо реализовано. Я даже скажу, без достаточно хорошо реализовано. То есть он прыгает очень далеко, очень интересно. В общем, замечательно все. Так, братиш. Come to me, please. Шотит, это хорошо. Ай! Блин, эту перчатку надо снять вообще. Она мне мешает. Я же со щитом покатался. Переключаешь на щит, а там бац! Перчатка эти на по морде. Кувалдой. Эч. Что-то мы ему там отрезали. Между делом. Надо вот в этих помещениях. Я точно не знаю. То ли в одном надо зачистить, то ли в обеих. Ну. Торопиться-то особо некуда, правильно? Ну почему не бэк? И не стаб? Ну ладно. Меня так тоже устраивает. Эй, кто за дверью? Выходи в сортир по одному. Пум-пум-пум-пум. Где-то кто-то еще есть, я знаю точно. Знаю наверняка. Кстати, в том помещении тоже ведь один остался еще крендель. Да ты сдохнешь, нет? Так. Сдохнет. Главное не прослоупочить красненькие штучки, потому что они все одинаковые, но не все одинаково полезны. В некоторых ключи лежат. В некоторых лежат даже руны, по-моему, не руны, а эти осколки полезные. Не осколки, эти, как они. В общем, опыт, который, по-моему, есть. Ну, то, что ключи, точно. Так, все, в этом помещении все. Вот в этом, по-моему, еще кто-то остался. Я тут, кажется, кого-то прослоупочил. Где он остался? Да, вот здесь. Да, вот. Так, вот есть еще удар. После переката. Нет, не получился. Покажу. А, ну да, получилось. Перестань. Сколько стоящегося камня? Вот. Теперь, кажется, все. Здесь тишь да гладь, божья благодать. По-моему, я все правильно сделал. Хотя... Кто скажет наверняка-то? Ваншот. Отлично. Ну пойду магом накостыляю. Маг, его бесполезно, его здесь не убьешь сразу. Он все равно свалит. Что делать, видишь, скотина.
Я его вот сейчас... Блин. Зараза. Это убить нельзя сейчас. Потому что весь урон, который я ему нанесу, зеркально отобразится на мне. Поэтому надо ждать. Ну или из перчатки стрелять важно. Но это... Не есть хорошо. Вот он свалил. А там за углом этот стоит. Дядька злой. Злой, страшный, серый волк. Твою. Эй! Я, пожалуй, вылечусь. Сикатина, слушай, а? А ладно, вообще-то. Лучше не торопиться. Блин, вот это я зря здесь стою. Совершенно напрасно. Ой, сюда я тоже зря выбежал, блин. Пойду лучше мага убью. Ну и нафиг. Дядька вроде медленно бегает, хотя назад он нифига не медленно бегает. Блин! Лок! Лок, отвались, лок! Ой, блин! Ой, блин, как все плохо. Как все плохо и нехорошо. Ну, блин. Что ты за углы? Ты не умеешь заворачивать, что ли, совсем? Блин, я тут пришел. Сзади-то никого хоть? Твою мать, какой никого? Там вообще беда. Минус один. Теперь ты. Собака страшная. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. Yes. Тыс. Ну неплохо. Сойдет. Третий сорт не брак. Эч. Эх ты ж, двое вас здесь. Ничего себе вы. Тут. Ничего не попутали. А, этот, наверное, сверху с гор спустился. Сапа. Кто за доверие? Выходи в сортир по одному. Да ну тебя на. Блин, а умирать ведь нельзя. Я сейчас умру, и мне опять придется зачищать коридоры. Вы это видели? Но это же имба, амба-йомба. Никакая другая магия по силе дамага не сравнится с тараном. Есть там еще одна, но она как бы не постепенно, если так выразиться, то есть дамажит, но не сразу. В любом случае, я поклонник именно боевой магии. Шибанул так шибанул. Вот так вот. Раз. И кишки в таз. Ага. И диска. Обжег. Ты попал-то вообще. Какой-то прочный. Пять. Сколько мне надо до уровня, интересно? Скину, пофиг. Вот как хорошо. И мы кропаем. Ну, наверное, силу еще, что ли. Наверное, силу, да. Окей. Теперь пойдем этим, как они, дезертира, ну сбегаем.
пойду к этим дезертирам, сбегаю. И вроде бы они что-то должны сделать. Вроде бы. Или не должны. Ты вернулся? Удалось тебе путь расчистить? Да. Мы этого не забудем. Вот мелочь, что вдруг пригодится. 500 единиц опыта. Пожалуйста, поделись зельем. У тебя есть лишнее? Есть, на. Держи. Так. Еще плюс 500 единиц. Давай еще. Дам тебе. У меня еще одно есть зелье, хочешь? Спасибо еще раз, когда он сможет идти, мы доберемся до башни. Все. С этим квестом разобрались. Дальше. Дальше нам надо... Мне надо... У меня пух, зверек. На тебя руки как не бывало. Да? Видели? Все видели. Я ему руку отрубил по самые ноги. Так, этого кренделя здесь нет? Нет, хорошо. С глефой, который... Зато кроук все еще тут. Ну ладно, кроук. Мне надо сходить вот сюда. Секунду. Так. Вот, да, портал. Я не знаю, насколько он, не помню, насколько он сложен. Возможно. Сейчас разберемся. А, ну да. Вообще не сложно. То есть три халявы стоит. Пустая бутылка, хорошо. Кодекс, хорошо. Кодекс хорошо. Кодекс отлично. И осколки всякие разные. Я вот точно не знаю. Ну, по-моему, все, да. Если три сундука стоят, больше здесь ничего нет. Хотя, я, конечно, могу проверить, но я боюсь, что сдохну. Потому что особо далеко нельзя заходить. Ладно. Урон, наносимый некоторым оружием, зависит от ваших показателей. Дело, как выходит, мастер боится. Некоторые бойцы предпочитают укрываться щитом, прочие зовут их черепахами или трусами. Но все согласны, что осторожный воин в бою продержится дольше. Чтобы поднять щит, нажмите и удерживайте ПКМ. Эй. Я же не дочитал. Кодекс. Двадцать две силы. Три ячейки пустые. Кодекс чести. Вау. Блин, откуда ты нахрен взялся? А, да, я же из портала вылез. Ну, да, этот урон, потому что мы по характеристикам не проходим. Черт. Так, а что, глефа проходит по характеристикам? Ну, собака сейчас идти дам. Вот так вот. А глефа ничего так, ничего. Не ваншотит, конечно, но... Ну ничего. Ничего себе. Так, а куда нам надо дальше? Мне надо дальше. Ну, всем остальным тоже. Дальше надо идти. Круг. Кстати, а у глефа есть дырочка. Сильная атака, кстати, целительное озеро. Сильная атака. И вот целительное озеро. Ну да. ХПшечка прибавляется. Кстати, быстро прибавляется. Гораздо быстрее. Только вот... Ай,
5. Ого. Сори. Что, естественно-то не безобразно, да? Я вот хотел сюда спрыгнуть, но, как выяснилось, здесь невидимая стена. Очень жаль. У глефы, значит, вот такие атаки. Это обычные. Это сильное. А, сильное, собственно, целительное озеро, да. У нее не очень хороший удар с разбега. Вот если бы вот этот первый оборот тоже дамажил врага или станил бы хотя бы, он был бы полезен очень. А так, этот первый удар, он промахивается и попадаешь только тычком. Поэтому с глефа, если биться, ну, использовать вот этот удар, то нужно... намного раньше атаку начинать. Ну, то есть сейчас покажу. То есть намного раньше, чем да, враг находится. Намного дальше. Намного раньше и намного дальше. Сейчас. Так. Ну, ты меня подождешь, конечно. Вот отсюда примерно. Вот, тогда я попадаю. Хорошо, она роняет противника на землю. Не всех, конечно. Но многих. Как многих. Со щитом-то вряд ли уронят. Сейчас попробуем. А, не, не попробуем. Они ж тут дохлые все. Ну, вот этого. Ну-ка. Лок. Слепой. Ну. Такая вот. Тычки. Не, глеба веселая. Правда, я не этой пользовался, я там покруче находил. Ну, с этими торчками я не буду. Хотя, попробовать что. Чего бы и нет. Сейчас плюну, козявка. Ай, ну как же ты не попал? Вот. Хорошо. Нам, в общем, мне, в общем-то, надо возвращаться. Вроде бы. Едка-то что нам сказала? Мне сказала, что нам. Мне нам. Блин. Мне и всем нам. А, ладно. Едка сказала, что... Что она сказала, правда? В катакомбы надо возвращаться. Найдите Касла. Ну-ка. Обновись-ка давай. Покажите задание. Цитадель. Найдите. Что? We meet again. Что-то я туплю, по-моему. Тут еще какая-то глефа есть. Ну-ка, погоди. Секундочку. У нас урос 69 урона. 69. Потеря глеф 40. Потерянная пика 42. А. Ну-ка, давай-ка. Еще раз удачу. Проверим. Безупречно. Блин! Руна яда. Да зачем мне ваша руна яда?
малая руна удачи. Дайте хотя бы обычную руну удачи. Не дают. Кодекс. Ну, что я могу сказать? Не знаю даже, что сказать. Ладно, пофиг. Надо силу качать. Мне в любом случае на... На кладбище. На кладбище ветер свищет. Как здесь понимать? Апс. Конвульсии паличные. Оружие и доспехи, созданные рогерами, очень сильны, но также и тяжелы. Чтобы использовать их с толком, нужны нечеловеческие способности. Есть три разновидности магии. Бла-бла-бла. Поднимая показатель веры, вы не только усиливаете заклинания, но также и запас волшебной способности, оружие магическое больше. Хорошо. Что такое? А. Что? Слишком поздно, ладно. Не самое худшее место, чтобы умереть. Что-то случилось. Мы бежали через катакомбы, там старый путь, который ведет в подземелье цитадели. У меня не получилось, остальные же прыгнули в портал. Ты же был по ту сторону, зачем? Я остановил атаки рогаров. Значит, надежда еще есть. Нужно рассказать Антанасу. Тогда, может, он прекратит это. Что? Ступай через катакомбы, Антанас сам. Земля тебе пухом. Татуировка на человеческой коже. Сюжетный предмет. Ну как же ты помазан-то? Такого так вот прям. Вот так вот. А то ишь. Замах. Давай, парень, подкрепись слегонца. Упса. Оп. Двоих зацепит? Нет, один убежал. Котенька вылечился еще. Котеныш. Они тут все метки, пипец вообще. Камера. Ты чё нахрен творяешь? Слушай, ты задрал. Блин, как он далеко улетел. Ах ты, падла. Галстучка. Поддохни. Тебе по башке. Я, конечно, попробую справиться с ним, с Глефой, но... Что-то я не уверен в своих силах.
Попробуем с тебя. Ну-ка. Еще раз. И последний. Разочек. Ой, тютюнк. Малыш. Это первый босс, да? Три тычка. Так. Вроде бы все. Вроде бы сюда. Вроде бы ничего я не забыл. Ну, собственно, это новая локация. Запутанная, темная. Ну, темная, да. Ну, подземелье, конечно. Катакомбы. Есть катакомбы, что там сказать. Много секретов, всяких тайничков, точнее говоря. И, в общем-то, на нее бы, конечно, рюс сотворить. Потому что она достаточно длинная. Достаточно длинная. И уже надо 6500. Зашибись. Ну ладно, чё. Найт начну, а там пофиг. Да как ты выжил-то? Почему ты не упал? Смотри, что не падает. Блин, плохо. Эй! Такой красивый был. Блин, это плохо, что они не падают, вообще-то говоря. Так, а почему они не падают? Ну ладно. Плохо, плохо. Здоровье отнимает. У меня фляжек не так много, чтобы транжирить ее. Направо и налево. Что такое? Что за... Тумам. Или это от глефа от моей? Моя глефа так. Мой топор. Двуручный топор. Ну, он, наверное, ничего так. Тоже 22 силы надо. Мне муфсет, опять же, я говорю, не нравится. Не, в катакомбах с таким топором, да ладно. С чем я ходил? С Уросом. Урос, в принципе, в катакомбах должен быть получше. Потому что тут коридоры, так? Я тут совершенно не ориентируюсь. Ну как, не то чтобы совсем, но... Я буду тут блуждать. Да. Как ты не подох? Никто ведь не запрещает менять оружие, правильно? Хорошо. Хорошо. Ну хорошо же. Вошло прям по самое не могу. Гармония. Кираса. Аспект средний. Гармония, гармония, гармония. У него защита от стихий получше. Ну, померяю, конечно.
встать, чтобы... Ну да, да, попозируем, попозируем так, да. Не, ну ничего так, да? На спешке. 69, ну... 69 маловато, наверное. Ладно, я в грифоне похожу. Гармония... Там дальше этих доспехов еще будет. Мам, не горюй. Так, что тут нам еще было, нет? Некоторые считают, что мы слишком много. А я думаю, что недостаточно. Мы чрезмерно В общем, что-то бесполезное он наболтал там. Совершенно не помогающее. Я не знаю, куда нужно идти сначала и куда нужно идти потом. Опс. Хорошо же. Хорошо же, ну. Же хорошо же. Блин, надо было удачки качнуть, вот что я подумал. В первом прохождении я качал удачу до плюс 7, у меня хороших камней было больше, чем я мог унести. Ах ты, паскуда такая. Не хватает выносливости, чтобы еще один удар сделать. Готов. Выносливость нужна, да. Выносливость нужна. Да все надо. Так. Здесь есть проход, но, по-моему, там заперто. Заперто. Блин. С этими врагами надо другое. Твою мать. Килты сзади нападать. Рогатя в бок. Да, здесь заперто. Заперто. Так, а вот тут. Как так? Ничего нет. А по-моему, было что-то. Как так? Эй, статуя, поговори со мной. Скажи мне привет. Что это? Магнетический склок. Так, чем я хожу? Разящий из-под тишка. Ну что, рискнем? Yes! Безупречная руна удачи. Yes! Вот мне что нужно, хотя бы одну. Потому что эта руна удачи, она настолько улучшает оружие, что просто ого. Ну вот взять, например, рог. Вот потерянную пику. Сейчас урон у нее 42. Вставляем урон 55. Ну, тут как бы не так видно. Неудачный, наверное, вариант. 68, 86. Тоже неудачный вариант. Безупречная пика. 5, ну, что-то как-то не особо.
Ну, в любом случае, я знаю меч, после апгрейда которого становится имбой вообще не один, много. Кодекс я пока проверить не могу, у меня силы нет. Предупреждение, ловкости нет. Ну, в общем, ладно. Главное, что руна удачи выпала. Это главное. Не сюда. Сюда. Of course. It is a good thing when the evil is eliminated from a person. Evil is gone. But what remains of the person is... We need to look closer. And personally, I don't know how to treat these people. They seem to behave normally. They walk, talk, but in some way they just seem unreal. Так, очко показателей есть, заклинание есть. Отлично. Отлично. Наверное, надо тогда... что я хотел? А, силу. Силу. И надо начинать качать вот это вот. Да нажимайся, что ли. Сотрясатель основ. Его бы желательно до плюс 3 прокачать. Как можно быстрее. Ну, не прям вот срочно, но... Но надо. Просто думаю, чем вот с этими парнями биться. Наверное, глефы все-таки будет лучше. Ну-ка. Парень. Ну или нет. Или это жирный. 4 удара на жирного — это нормально. Ага. Это вот да, нормально. One of the Rogar lords leading the raid on Keystone has been spotted inside. He killed many of our soldiers before they even recognized the danger. All we know so far is that he somehow feeds on our realm. Let us feed on his. Скотина. Толстая. Тут много рычагов, много дверей. Где рычаг? Ой, парень. Ты чё улёгся-то? Клинок элитного бойца. Гляну. Ну, он так себе, по-моему. Хотя, может, я что-то не знаю. Клинок элитного бойца. Клинок элитного бойца. Одна ячейка. 50 урона. Ну, в принципе. В принципе, сойдет. Здорово, мужик, чё орёшь? Ты ведь не один из них. Помоги ради всего святого. Ты хочешь, чтобы я тебя выпустил? Дай-ка угадаю. Ты хочешь, чтобы я тебя... И убей меня. Это будет просто. Найди рычаг рядом. Потяни и избавь меня от страданий. Убить? Моя плоть осквернена, я превращаюсь в одно из этих существ. Убей меня, пока еще не поздно. Окей, как скажешь. Убить, купить.
Хотя я, правда, не знаю, что будет, если не убивать. Собственно, не знаю, что будет, если убить. Он что-то дропнет. Блин. А что именно? Хрен его знает, я не помню. Ладно. Разберемся сейчас. И нечего так орать. Не видишь, я... ныкаюсь от всяких монстрил вроде тебя. Так, вот дошел до камеры, но я просто уже знаю, который есть секрет. Разбегаемся. Удур. Удур. Нет, может, не та камера. I consider them murderers and thieves, but I just hate these political activists. Так, камера. Здесь лежит фамильная реликвия молот. Но это не просто молот. Где он? А, вот. То есть пока это просто молот. Никакого урона, кроме физического, у него нет. Но здесь, в катакомбах, есть особое место, которое сделает этот молот действительно фамильной реликвией. Так. Где? Ну, в общем, сейчас. Может быть, не прямо сейчас, но я его найду. Потому что этот молот, в общем, пригодится, если я не найду другого. Before imprisonment, every criminal is branded. The tattoo on his face shows everyone his sins. If someone manages to escape from prison, he won't escape from his own offense. Ну, что-то я открыл, что конкретно я не помню. Наверное, что-то важное. Ты умри. Ты... тоже. Так, вот здесь, по-моему... да, вот рукоятка рычага, и пойдем этого мужичка откроем, который там страдает, медленно гниет. Где он? Дальше что? Я пропустил. А, вот. Парень. Ну что? Поторопись. Как скажешь. Осколок с очком заклинания. Зачем я его убил из-за этого очка заклинания? Блин, надо было его в живых оставить. Отражатель, кулачный щит. Ну, щит как щит. Парировать, наверное, ему можно. Я не знаю, я даже не смотрел. Честно говоря, неинтересно. Я не играл ловкачом, поэтому... и щиты меня эти не интересуют. Особенно-то. Надо пройтись еще подальше, пооткрывать остальные камеры. И потом вернуться вот кудой. This beast seems to have more instinct than mine. It only wants to kill. A few weeks ago, I found a hammer that it seems to fear. The weapon must be imbued with some magic that I don't understand. If such a beast appears,
I have every reason to fear it too. Let's lock it up in cell 11 to keep it safe. Так, ну, в принципе, я сохранюсь, но сбрасывать коэффициент умножитель не буду. Вроде пока неплохо. Двигаюсь. Вот только куда дальше идти, это большой вопрос. Большой вопрос. Сюда пойду, наверное. Вообще не помню, что здесь. Вот прям вот вообще, то есть. Но здесь явно ничего. Даже помнить не надо. Здесь тоже ничего нет. Странно. Ага, во. Over here. You wake it up. Выпусти меня отсюда. Тюремщик сразу тебя заткнет. Нет, если откроешь дверь, звук разбудит чудовище в моей камере. Я тебя не выпущу. Потому что ты врун и негодяй. Если я выпущу вот его, я не знаю, не помню, что будет. Если я выпущу вот этого, он убежит. Ну, то есть, вот этот, честно, грубо говоря, этот жулик. А если я выпущу вот этого, я не знаю, что будет, куда он денется, честно говоря, и где его искать. Поэтому я выпущу вот этого. Того съест чудовище. Он убежит сейчас, конечно. А того съест. После этого заключенного не понял. А, или мне дали что-то. Что-то я не заметил. Решающий магии, да. Ну, то есть, атаки, я так понял, добавляют нам магии. Или просто лишают магии. Я, честно говоря, его не использовал, этот амулет. Даже не знаю, что он именно делает. Ну, дядька, что ты через щелку пролезть не можешь? Состарял. Ну, ладно, пойдем вверх, что ли. Заходим. А, ну, это, конечно, желательно бы активировать, потому что это выход куда-то, а с той стороны это не открыть. Ладно, я сейчас за кадром это сделаю и вернусь сюда же. Хотя нет, блин, если я это сделаю, все тут все респаунится нафиг. Опять придется фармить. Да, это, конечно, досадно. Не, я все-таки это сделаю, фиг с ним. Потому что вдруг сюда придется возвращаться, а я не смогу. Ну, я за кадром не сделаю. То есть вот сюда я вышел. Это где это вообще? Что, помер, что ли? Где это вообще? Понять бы. В какую-то башню вышли. В какую именно? Так, что за фризы? В какую-то вышли башню. Понятно, да? Где ключ лежал?
перед вторым боссом. Сохранялка. Твою мать. Внезапный. Внезапный. Так, да, тут куча выходов. Я уже, конечно же, запутался. Ну ладно, пошли обратно. Все респаунилось, да? Ну ладно, это, в принципе, даже и хорошо. Я, кстати говоря... Ну, стамины хватает. Так. Куда вот дальше? Вот сюда пойду. Такое. Я думаю, что не могу пройти. Мозгляк под ногами. Мозгляк. Двигаться тут надо так вот. Поосторожней. Ну, сказал я и тут же нарвался на... Вот эта статуя что-то давала. Почему сейчас не дает? Может, я что делаю не так? Я опять, короче, не туда иду, вроде бы. Черт. А во! Кто-то же. Другое дело же. Свалили с ног. Хорошо. В общем, тут поплутать придется. Ай, майки. Засохни, толстопуз. Пойду наверх схожу. Ой. Вот эти долбанные арбалетчики атакой роняют на пол. Живая легенда. Осколок пока затянул. Что-то я... живая легенда. Тяжелые доспехи. Ой, ладно. Может быть, каких-нибудь секретов я тут не знаю, потому что я не утверждаю, что я тут все их знаю. Может быть, стоит компас даже надеть, чтобы не пропустить. Компас тоже не везде срабатывает, вообще-то говоря. Блин, куда идти? Куда идти, куда податься? Здесь где-то есть... Катабаза. Затыкали. Заглефили. Куда я катился и куда он на самом деле покатился. Совсем не туда, короче говоря. Высосим кровь из тебя. Эй. Кровь, сказал, высосим. Твою мать.
кстати, этого же можно заставить, вроде бы. Но только вот у меня кнопки ходьбы не очень удачно назначены. Okay. А, нет, нельзя. Черт. Ну и ладно. Нельзя так, значит, сдохнешь. И сдохни, а, случай. Да сейчас прям. Ай, магии нет. Ёлки. Наваляем. Таран, Тарзан. Тарзанка. Упс. Гвардушинский. Откуда берутся? Не поймешь. Еще один. Засохни. Не, Глефа прикольно работает в переходах. В коридорах. Неважно. Сундучок. Что дадут? Шрам, посох. Ну понятно. Посох я даже смотреть не буду. Потому что, во-первых, это бессмысленно, ибо у меня... О! Колечко заработало. Секретик. Ты кто? Вот почему-то некоторых роняет, а некоторых... Не роняет. Зато вот так делает. Колечко заработало. Я знаю, что надо делать. Надо идти с убой. Делать вот так. В принципе, наверное... А, нет, не добежишь. Не успею. Делать вот так. И идти сюда. Открывается дверца. Использовать. И нам дали кровожадный короткий меч. Этот меч, насколько я знаю, по умолчанию, ну, так, сейчас. Кровожадный короткий меч. Убийство врагов придает силы. У меня тут, конечно, ничего не поймешь, потому что он пишет вообще минус один урон. Но с помощью этого, этот меч, в общем, надо напитать кровью убийств. 5 убийств, да, прибавляют 50, по-моему, очков, а 20 убийств там еще сколько-то. Ну, это я вычитал где-то, не помню где. В итоге, вероятно, становится очень неплохой короткий меч для ловкачей. А мы глифачи. Нам оно не нать. Совсем. Ах ты ж. Ах ты ж, ах ты ж, ах ты ж, ах ты ж, космонавты ж. We didn't finish work in the side corridors. The ceiling collapsed. We were told to leave it alone, so it makes a good shortcut from the main catacombs entrance. Shortcut. Eventually, we reached the hole in the wall. Я английское слово знакомое услышал. Shortcut. Shortcut. Они прорыли туннель, что нам говорил-то, я не читал, вообще-то говоря. Ну и так можно понять. В общих чертах. Ты кто такой, страшный? Или не очень? Выманивает куда-то. Скотобаза. My workers have
have started rebuilding the foundations of the West Wing. We thought we knew our monastery inside Fuck. Out. Yes, it contains new secrets, but something like this. We discovered corridors deep in the ground. It's nothing like the monastery as we know it. It must have been built on something that's much older, maybe even older than the church stories. Так, что у меня с показатель заклинания? Что с душами? 13900. Ну, наверное, пора делать ап. Сотрясатель, да. И на третий уровень надо 21 веры. Это очень-очень хорошо. Но очень-очень много. Три очка. Окей. Фиг с ним. Хотя, блин, мне это заклинание только в одном месте пригодится. По большому счету. Может, лучше силу прокачать. Ладно, компромисс. Все. Я предлагаю закончить на этом моменте серию, потому что тут еще бродить и бродить. Вот этого грохну сейчас. Прочнее, чем обычно, что ли? Понимаю, что не дохнет. Закаленный в боях, что ли? А, ну так это уже Босяра. Это я понятно, Босяра. Ну, можно, конечно, и с Босярой побиться, но тут еще куча секретов, вообще-то говоря. Я не хочу пока к боссу идти. Тут еще... В катакомбах еще есть Even if none of them is a murderer, both are loud troublemakers. Ладно, до следующей серии, пока.